Всем привет! Вы на канале «Сейчас приготовим». Меня зовут Марина Кириллова. И сейчас приготовим салат из пекинской капусты с курицей, помидорами и огурцами. Салат получается очень вкусным, красочным и нежным. А капуста придает сочность и легкость. Он отлично подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Готовится такой салат очень легко и достаточно быстро, а получается сочным, хрустящим и очень вкусным. Пекинскую капусту нужно помыть, удалить наружные листья, хорошо промокнуть капусту от влаги и нарезать кубиками. Куриное филе нужно отварить в подсоленной воде до готовности. Остывшее куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Свежий огурец нужно вымыть, обрезать края. Нарежьте огурец небольшими кубиками. Помидоры помоем, конечно, удаляя плодоножку, и режем небольшими кубиками. Соединяем в салатнике пекинскую капусту, курицу, свежий огурец и помидоры. Заправляем салат майонезом. При желании можно посолить и поперчить. И все хорошо перемешиваем. Наш салат готов. Такой салат подойдет для повседневного ужина или обеда. Но и также будет неплохо смотреться на праздничном столе. Попробуйте приготовить такой салат. Это быстро, доступно и очень вкусно. Всем приятного аппетита! Спасибо, что были со мною. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и пишите комментарии. До новых встреч!